Всем привет, мои умники, с вами Боди, да, и наконец-то Мак выпустил новый видосик «Каждый папа такой 2». Вот первую часть я, жалко, не успел посмотреть, но мы посмотрим вторую, потому что мне понравился «Каждый школьник такой», он прям передавал всю суть, да, так что пошлите посмотрим. Так, ладно, Мак, дай нам поугарать. «Каждый папа такой». Ага. Отец, вынеси мусор. Мне вот нравится, мне обычно нравится, как он переодевается, он прям так вживается в роли, это вообще пипец. Неси мусор. Каждый папа такой. Так, ты сделал уроки? Да. А ну, показывай мне алгебру. Жиза. Так. Корень, синус, тангент, косинус, синус, 4, квадрат, корень. Ладно, это смешно. Окей, у меня папка точно так же думает, когда я ему показываю уроки. Синус, корень, квадрат, тангент, угла. Понятно. Не, только он спрашивает обычно, чё вы изучаете? Вот примерно так. Каждый папа такой. Сына, а что это на своем ютубе снимаешь? А, ну я снимаю разные скетчи, обыгрываю жизненные ситуации, иногда крашу губы помадой, надеваю женские платья. А еще на этом зарабатываю. А, ну хотя знаешь, я так подумал, платье и помада — это круто. Да. Каждый папа такой. Да нормально, почему бы нет, главное, что зарабатываешь. Сынок, подержи мне гвоздь, пожалуйста. Окей. Так, ща батя покажет, как нужно забивать гвозди. Так. Так. Ну-ка. Так. Так. Эй, сынок, прости, я зелень попал. Ты мне палец прибил. Ну, хочешь, зеленкой замажем? Не-не, у меня такого не было. Каждый папа такой. У меня такого не было. Иди. Сынок, нам нужно с тобой серьезно поговорить. Ну, давай. Ты знаешь, откуда берутся дети? В роли. Да. А, ну вот и все, молодец, вот и поговорили. Ну вот видишь, мать, он уже давно все знает. Это сексуальное воспитание, сексуальное воспитание. Чего? Я думал, это один. Это один же ведь, и тот. Фига себе, какой у него монтаж. Но это он один ведь, да? Да. Пипец, Мак, ну ты молодец. Да не, я вообще от пацанов из гаража все узнал. И ничего, вон какой сын вырос. Каждый папа такой. Ну что ж, сынок, собирайся. Думаю, тебе уже пора учиться ездить на машине. Он говорит, опять игра. А, круто. Ага. Так, сцепление. Включай первую передачу. Плавно отпускай сцепление и газку. Вот так, вот так. В смысле? Это настоящая машина или это тоже монтаж? Ой-ой-ой. Стой! Ладно, я прорал стрим, у меня папки. Не, мне еще папа не разрешал кататься на машине. Может, лет в 15 разрешит. И папа такой. Пап, что мне нужно брать к бабушке? Спроси у мамы. Ну-ка. Ее нет дома. Ну так позвони. Не берет трубки. Сынок, а что это там такое? Где? Все, папы нету. Так а что мне брать? Ау. Каждый попытался. Как же настолько можно быстро уйти, что там аж газета только упала. Такой. А что это у тебя в ушах? А, это новые наушники AirPods. А провода где? Это реклама, да? Где? Ну, они полностью беспроводные. Тю, хрень какая-то китайская. В нормальных наушниках должны быть провода. Это же качество хуже. А, не, я думал, это реклама. Па, что это у тебя в ушах? А, я на время взял твои AirOds, а то мои наушники что-то сломались. Так, сейчас сделаем себе эти AirOds. Он серьезно? Он настоящие наушники порвал. Он настоящие не наушники обрезал, чтобы сделать вид, что у него тоже AirPods, как у сына. Господи, Мак, молодец! Серьезно, папка может такое сделать. Эй, а чё она не работает? Тю, бракованные попались. Я тебе скоро отдам, не переживай. Ну да. Каждый папа такой. Па, я собрался. Когда попробовал, как у сына. Классная у тебя юбка.
Ну вообще-то это так модно. Ну раз так, так сходи к бабушке, у нее. В смысле, от нее юбка, пап, ты че? В таких модных юбок целый чердак лежит. Каждый по такой. Пап, ты что, играешь в игру? Нет, это не просто игра, это War Thunder. О, наконец-то реклама! Крупнейший экшен, который поражает десятками локаций по всему миру. Чтобы начать игру, нужно скачать лаунчер, запустить установку игры, немножко подождать, ну-ка, и можно играть. Да, вау! Разнообразие режимов не даст скучать. Аркады, реалистичные бои, симулятор, испытай свои навыки, собрав команду. Да. Я ее сбиваю просто за его словами, а он быстро говорит. Здесь небо разрезают реактивные самолеты, а по земле гоняют передовые танки. И каждую такую машину можно прокачать и улучшить. А скачать War Thunder можно по ссылке в описании? Да, при этом получил ценные бонусы. Кстати, а ты вообще уроки сделал? Че ты ко мне пристал? Ну вообще я хотел у тебя спросить, дашь денег в кино сходить? Па? Я в домике. Ясно. Не, вообще-то вот так обычно делают. Мы в детстве вот так всегда делали. Ну ладно. Каждый по такой. Итак, проходи, будем развлекаться. О, наконец-то новый персонаж хоть какой-то. Его друг, да, походу? Так, успокойся, Богдан. Это... Они просто там карате занимаются. Вы что, серьезно? Ну мы опять проиграли. Господи помилуй, я думал карате. Па, ты что-то хотел? А вы что подумали? Нет. Только чёрт, теперь я играю за огонь. Каждый папа такой. Ну что, сынок, какие у тебя там оценки? Да вот, 10 по алгебре получил. Что, 10? Как это 10? В смысле 10? 10? Сколько это? Или может мой сын 10? В смысле 10? Слушайте, мои умники, а можете сказать, в Украине какая расценка? А то я просто в России живу, в Санкт-Петербурге, я не понимаю. У нас, по крайней мере, в школе как бы пятибалльная оценка. То есть, есть только двойка, тройка, четверка и пятерка. Двойка — это самая худшая оценка, тройка — это все равно худшая оценка, но чуть получше. Но это плохая оценка. Четверка — это уже положительная оценка, а пятерка — самая лучшая, которая вообще есть. То есть 4-5 это положительная оценка, а тройка и двойка это отрицательные оценки. Вот. Ну вы поняли. Напишите, пожалуйста, как в Украине вообще. Ну, вот. Да. Па, у нас 12-бальная система. Во, да. 12-бальная у вас? Вдруг ты не знал. А, ну, я так и думал. Да. Кошмар, понапи. Ух ты, у вас 12-бальная, а всего до 10. Напишите, пожалуйста, я хочу разобраться, мне интересно прям. Думают же всякого дерьма. Каждый попад... Всякого дерьма. Такой. Денис, ты можешь мне каких-то песен в машину на флешку накидать? Да, конечно. Только ж ты там старья не качай, мне что-то модное надо. Ну, понятно. Ну что, ты загрузил мне песни? Да. А ну, включи что-то. Хорош. Чу, что ты мне это загрузил, фигню какую-то. А ну, текай отсюда, все приходится делать самому. В смысле, нормальная же песня. Ну, он ему загрузил своим. Он сейчас там ему Ленинград, наверное, такси, такси, хочу такси. Вот я отвечаю, сейчас такие песни загрузим. Модные песни. Ну, естественно, слушай. А ты целуй меня везде. Эх, шарик, я как и ты был на цепи. Где он такие песни нашел? Маджанджа, Маджанджа, где же ты, где? Каждый папа такой. Пап, можно я сегодня останусь у друга с ночевкой? Так, ладно, я спокоен. Ты что, конечно же нет. Пап, можно пойти с ночевкой к друзьям? Нет. А знаешь, конечно можно. Спасибо. И все-таки я хороший родитель. Кстати, ребята, если вам понравилась вторая часть каждого папы такого, то давайте оберем 150 тысяч лайков и Мак... Да, кстати, надо набить, потому что очень прикольно, серьезно, это смешно. Мать третью часть. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал и пишите комментарии. А еще я устраиваю конкурс на 10 стикл. Для того, чтобы принять участие, нужно подписаться на мой инстаграм, поставить лайк вот этой фотографии. И потом среди тех, кто выполнил эти правила, я разыграю 10 стикл. Напоминаю, мой инстаграм называется Мак... Это самая лучшая фотография. Он даже здесь поугарал. Тигн, напоминаю, мой инстаграм называется MacYouTube. Как же ты бесправильно прорекламировал свой инстаграм? Кстати, продам картошку, писать по этому короткому номеру.
Все понял. Так, ладно, мои уники, я надеюсь, вы тоже угорали, это смешно. Так, давайте спецэффекты наши. Я реально проорал с Мака, он серьезно делает такие угарные видосы, то есть, каждый папа такой два, это реально смешно. Да поставьте вы ему лайк, чтобы мы посмотрели еще один его видосик, потому что, ну, это годно, вы понимаете, это годнота! По крайней мере, там очень много случаев случалось, вот как-то со мной, да. Поэтому я надеюсь, вам понравится видосик. Вот только если вам понравилось, то только тогда вы можете поставить лайк. И если хотите, мои умники, то можете подписаться на канал, но это ваше дело. И всем огромное спасибо за просмотр, всем пока, да.